Еще одно важное событие. Ненецкий округ отметил день рождения. Ему исполнилось 89. В минувшее воскресенье отметили и профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности. Гуляли все выходные. Различные акции, фестивали, спортивные соревнования, концерт с участием звезд отечественной эстрады и, конечно, грандиозный салют. О том, как это было, расскажем прямо сейчас. Здесь у нас калиточки, здесь у нас рыбники. Это называется по-комичьи еринянь. Очень вкусно. И абсолютно бесплатно. Гастрономический фестиваль в центре Нарьян-Мара. В одном месте традиционные блюда разных народов. Вот украинская кухня. Мы завлекаем украинским салом, драниками, узваром. По-русски это значит компот. Поморская. Ватрушки на любой вкус. Есть с брусникой, впрочем, больше берут те, что с морожкой. Оно и понятно. В Ненецком округе одна из самых ценных ягод. Но главный хит – горячие рыбники. Рыбнички у нас с треской. Потому что, треска, понятно, почему поморская кухня, поэтому треска. И колобы у нас такие с кунжутом, они просто колоб теста без начинки. У каждого домика немалая очередь. Особый ажиотаж у нарьян-марцев вызывает татарская кухня. Сегодня здесь угощают куриным супом. То, что надо в дождливую погоду. Вкусно? Алиса? Очень вкусно. Детям нравится. Они замерзли и согрелись. Что еще пробовали вот, бесплатно? Только вот это, к этому еще успели подойти, и все, больше ничего еще. Ну еще обязательно пойдете. Конечно. Нравится, кажется, всем. Традиционные блюда народов мира с удовольствием пробуют и самые маленькие, те, кто еще даже ходить и говорить не научился. Ты бульон только будешь пить у меня, да? Ты че? Тем, кто замерз, предлагают согреться в юрте, традиционном жилище башкирских кочевников. На столе больше десятка различных угощений. Вак-беляш или еда купцов, чак-чак, сладкое блюдо тюркских народов. И все это абсолютно бесплатно. Продегустировать может каждый. Все вкусно, честно говоря. Самое вкусное, что такое вот это? Это баурсак, чак-чак. Можно попробовать? Конечно, попробуйте, пожалуйста. Как он естся правильно? Вот просто кушается так с чаем. Чай, пожалуйста, у нас травяной. Рецепт какой? Мука, яйца, мед заливается, и сахар на масле жарится. Бросается в котел с маслом, и все это обжаривается. На дне Ненецкого округа представлена и традиционно праздничная кухня. Это, конечно, в первую очередь шашлык. Здесь сразу несколько палаток, и везде его готовят по-разному. Сейчас узнаем, какой здесь рецепт приготовления шашлыка. Ребят, здравствуйте. В чем секрет вашего успеха? В чем секрет? Да главное правильно замариновать мясо. Ничего сложного. Мясо, свинина, шея делаем в основном, потому что оленина особо не пользуется спросом, а шея свиная нормально идет. Берем мясо, соль, перец, что у нас еще там, лук и лимон. И обязательно на кефире. Простой очень рецепт, и мясо очень вкусное получается. Гастрономический фестиваль – это еще и прекрасная возможность познакомиться с историей того или иного народа. Например, вот рядом с площадью установили ненецкий чум. Своеобразная акция – фото в национальном костюме. В качестве декорации – олень, правда, не настоящий, и, конечно, нарты. Красивый, теплый, я знаю. Бабушка рассказывала, что раньше, она 37-го года рождения, они постоянно ходили в малицах. То есть у них было нательное белье и просто малицы. Все, а больше ничего не надо. А сейчас мы как капусты наденемся и все равно не согреваемся. День образования Ненецкого округа – это разнообразные площадки и тематические акции. Одна из них – «Я родился в НАО». Юным жителям региона в торжественной обстановке вручили главный документ. Я стала полноправным 14-летним гражданином Российской Федерации. Сегодня день округа, торжественный праздник. Его отвечают все нарьян-марцы, все жители Ненецкого автономного округа. И я рада, что родилась в таком светлом, таком уютном, теплом нашем родном округе. Чтобы окунуться в праздничную атмосферу, достаточно просто прогуляться по площади. И это несмотря на дождь. Детские аттракционы, торговые палатки, а также концерт от местных артистов и творческих коллективов отмечают шумно, весело и с размахом. Вечером на главной площади Нарьян-Мара уже не протолкнуться. Горожане пришли на большой концерт с участием звезд российской эстрады. В этом году в столицу региона приехали диджей Грув и сольная исполнительница Натали. Бабская черепашка по имени Сучка, святая такая красная. Кульминация праздника – грандиозный салют. Небо над Нарьян-Маром раскрасили тысячи огней. Яркое пиротехническое шоу в честь любимого округа и Дня работников нефтяной и газовой промышленности.
Олег Хатандийский, Антон Водряков, Владислав Носкин, Олег Богомолов, Алексей Орлов, телеканал «Север».